В результате 2 месяцев кропотливой работы полицейские установили и задержали 4 подозреваемых в преступлении, которое хоть и не относится к разряду тяжких, тем не менее вызвало значительный общественный резонанс. Установлен и задержан заказчик данного преступления. Это гражданин под псевдонимом Н, 84 года рождения, житель города Шымкента. Также задержан организатор преступления, гражданин Ш, 87 года рождения. Также задержаны исполнители, гражданин под псевдонимом А, 90 года рождения. Задержан второй исполнитель под псевдонимом А, 90 года рождения, который в настоящее время состоит на специальном учете МВД Республики Казахстан как авторитет уголовно-преступной среды. Перестрелка произошла вечером 6 января этого года. В тот день у офиса Кастрансгаза по Тамерлановскому шоссе началась стрельба. Неизвестные преступники произвели несколько выстрелов. Директор управления магистральных газопроводов акционерного общества «Шымкент Интергаз Центральная Азия». Значит, потерпевший данный директор, он выезжал после вечернее время, после работы, находился в служебной автомашине. Двое преступников ждали свою жертву. Убедившись, что это директор данной фирмы, произвели несколько выстрелов. Поздним вечером 2 марта возле магазина «Акация» полицейский спецназ буквально блокировал движение. Несмотря на позднее время суток, здесь образовалась огромная пробка, а потому задержание подозреваемых вызвало у горожан немало вопросов и домыслов. Полицейские изъяли 2 травматических пистолета, 2 гладкоствольных ружья, гранату F1 и патроны от травматического оружия. Назначены ряд экспертиз. В настоящее время следователи выясняют мотив данного преступления. Задержанные уже дали признательные показания. Проводится досудебное расследование.